В день официального старта 31-го международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске состоялось торжественное открытие пресс-центра. Именно отсюда во все уголки мира разлетаются новости о самом масштабном форуме искусств. По сложившейся традиции, по итогам прошлого года сотрудникам СМИ, плодотворно освещавшим события творческого форума в предыдущие годы, были вручены почетные грамоты Министерства информации Республики Беларусь. Мне кажется, что культура – это та самая святыня, которую даже вот эти грязные лапы даже касаться не должны. Символ фестиваля – Василек. Вот Васильку расти на полях любой страны никто не запретит, никакой политик. Поэтому, мне кажется, и точно так же культуру запретить невозможно. Сегодня на наших флагштоках реют флаги 32 государств. Это люди, которые сюда приехали, поддерживая наш слоган. Через искусство к миру и взаимопониманию. За этими людьми и мир, и взаимопонимание во всем мире.